Современное состояние экономики России и Брянского региона, инновационная деятельность, формирование цивилизованного рынка – вот лишь несколько тем, которые раскрывали в своих работах журналисты Брянской области. Творческое и тесное взаимодействие СМИ и Брянской торгово-промышленной палаты позволяет успешно реализовывать целый комплекс задач, одна из которых – это освещение в СМИ деятельности и опыта отдельных предприятий региона. Конкурс за экономическое возрождение Брянщины и России – это было… Также инициатива Брянской торгово-промышленной палаты, Ассоциации промышленников и предпринимателей и газета, как помните, газета «Брянс», которую возглавлял Круковский и Таиров. Вот это конкурс, он уже у нас продолжается с 97 года. Сначала этот конкурс проводится по 8 номинациям, подводятся итоги на региональном уровне. Потом мы 3 лучшие победители отправляем на федеральный уровень. В числе награжденных не только телевизионные каналы или радио, но и печатные издания. По словам президента Брянской торгово-промышленной палаты Татьяны Суворовой, особо приятно, что в числе призеров много районных газет. Тех немноготиражных, которые все-таки находят возможность описывать темы экономического развития региона. Отметим, что почетного диплома удостоилась и телерадиокомпания «Брянская губерния» за серию телевизионных репортажей. Игорь Мерчук, Александр Друсинов. События. Брянск.